Уже 8. Ты участвуешь, нет, получается? Ну, сколько нет. Нас там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть ты идешь нахуй? Нет, я с вами, вот вся, вся наша ЛПД и плюс их состав, который стоит, что вот 8 на 8. Ну, хоть и офф, поэтому я вместо нее. Квест долго восстанавливается? Наших 6 втрое. Ну и нас двое, 8, и их 7 втрое, вон один. Их 8 втрое, их 8 втрое, всего их 9. Их 7 втрое, один офф. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тир 7. Ну? Ну вот с ним 8, вот все участвуют, 9 на 9, 8 на 8. 8 на 8. 7 плюс 1, 8, ой, блядь, 6 плюс 2. Математика свинства. А у тебя ошибочки. Теперь мы на севере тогда. Вы в прошлый раз будет? Я вообще не был в прошлый раз. Ладно, на севере постоянно почему-то. Повязки какие-нибудь там, книз 26. Давайте 17. На шляпу. Ой. 18. 18 надевайте все. Приказы шерифа полковника не обсуждаются. Да кто это в ТС? Ты это в ТС говоришь, вот чат. Я тебе могу сказать это лично, но тогда я тебя через 3 секунды тут же выговор дам за неисполнение приказов. Мне сейчас Миллер пишет, мы вообще быстро как кроликов. Алекс, давай хоть ты с ума не будешь сходить, ладно? А чё я? Вот именно. Ну, был со мной один чувак. Ну, зазнался, блядь. Не кажется ли там ангелы проезжают? За мной приехали! Не, это бойцы, это бойцы. Оружие какое там? Дигл. Дигл шот без крыш? Дигл без крыш. Дигл без крыш. Дигл без крыш. Нахуй тактику. Чё прыгал? Соло в командой. Тактику, да. Чебил, блядь, хана. Чебил, блядь, блядь. Мы готовы. Если у этого, то у него не стоит, но у него ковер. Вайхан. Что у Вайхана еще раз? А, Сентин. Я тактику не слышал, если чё. Там горочка, приподнялись, и мы с тобой спустились, держимся вместе. Хорошо. Сука. Осталось убивать. Вау. Ой. Ну ладно. Чё там? Я только что всё рассказал, и им тоже. Красава просто. Я забыл, что тут финч. Значит, по правой стороне тогда идем. Забей эту хуйню. Найс план! Хороший план, сейчас у меня в заблуждение вести. Вестон. Я ее поставил заливаться уже. И чё? И чё? Я его ник не помню. Чё вы там долго? Не знаю. Давай, короче, Солопов, херня, вот тактика, поехали. Без тактики. Начинаем. Блядь, да какой, сука, чё он занял? Чё он творит-то? Куда мы? Не знаю, куда мы подали. Нет. Я тогда подаю команду? Я сказал. Чё я не бил-то?
Руби ему как сначала прочитал Рэнди был. Че с рифлой стреляли? Куда побежали это все, кстати? Не знаю. Волосы. А, ты можешь. Без крыши горы. Давай. О, там байкеры. О, пацаны, не-не-не-не-не-не. Серьезно, байкеры? Да, там байкеры. Много? Там два человека, блядь. В смысле, тут шота стреляют. Мы еще с нашими крестами попить. Че, вас тушат, нет? Меня нет. В смысле, сейчас что-то бред, блядь. Тут гора по-любому должна использоваться, нет? Нет. В смысле, блядь? Ну все, он шоколад уже говорит. Миша, скажи спасибо. Оп, сказал, сдох. Как ты сквозь стену убил? Ой, это не сквозь стену, это я был. Ты меня слева убил? Да. Прикольно вообще. Наши глаза рассосались, и непонятно, блядь. Сказали по одной стороне, все, блядь, туда, сюда. Чего мы всосали? Пока нет. Сосал? Не думаю. Это не Sentinel, это... Какую позу будешь называться, я не знаю. О, меня ось после. Найс. Затащили. Не? Угу. Сколько у вас осталось? Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, пять. А по хп что? По хп? А, шесть даже. Два фула, два по сто и два по пятьдесят. У одного только половина красненького. Вот еще половина. Я сдох, более дух. А давно баронцы в это инвайт на ВП? Миша, тебя не слышно, знаешь почему? Все потому, что микрофон говно. Потому что стоит, блядь, дешево. Ну этот микрофон может и стоит дофига, но я тебе говорю, он шипит просто ужасно. А ПД сержанта давно? Он его исключение сделал. Байкеры! Я знаю, что там байкеры. Пацаны, я же говорил. Да ты бы, блядь, снимал бы видео, да и все. Типа ДМ на тени. Откуда, лол?